Всем здравствуйте. С мамой выезжаю. Везу маму постричься. Так, мама? Ну, постригтеся, как раз и дождь идет. Ну, вот ничего. Куда уже краситься? Хорошо, вот, что есть машина. Ты вот поеди машиной. Сейчас я закрою ворота. Вот это китлаз у нас был. А то кот лазит. Сейчас минуту, хай ворота закроются. Мама не хочет краситься, не знаю. Да тоже, да куда краситься? Такая разница, что дождь. Да покрасила себя нормально, то и все. Краска есть, у меня там. Ну, то краска. Все, закрылось. Райка. Краска, то краска. Нехо. Ну. Хоть бы постригтись, потому что така потлата, как солнце вгріє, то потеешь, как не знаешь. Ну, надо, мама, стричься. Ну, стригтись треба. Тебе не жарко? Приоткрыть окно? Я чу. Я спрашиваю. Я так духи не перевариваю, я чихаю. Ну, что сделаешь? Я контролю, говорю, что я тут. Вот газ от машины тоже тут. Бензина нет. У меня газа нет, я не на газе. Нет, вообще бензина нет. На газе ничего, мама, у меня нет. На бензине. Натушилась уже без супряки. Не бойся, не бойся. Едет ученик за рулем, все, что ты хочешь. Нет, это маленько. А вижу, что нет на камере. Золоті тухні називають коричні, не влаза нога. Набрякли ноги, так придавлю ями. І тапочки наділа, що ти мені. Ну так тапочка гуш, ну та що, та разі. Ті цвітні хотіла надіти, а де? Гуш тапочка, коричні. Люди ждуть маршрутку. Чи коричні? Люди ждуть маршрутку, видиш? Люди ждуть, немає. Ну, на маршрутку. Ты хочешь. Надо чем-то ехать. Так, як нема чим, то що? То що зробиш? А ну ти бачиш, ідуть, шака тут поскупляються. Ну, туда, ну там далі мама магазин є. Далеко. До магазина ти. Ну давай. Де пісок понакривало. Бо як дощі то раз тягне, той пісок то зна куди. Написано кругля чи покругля наверху, що не. Хреново, що так погано бачу, один глаз. Ольга написано, бачу, магазин, великі букви. Великі букви. Большие бачиш букви? Бачу, так, а великі, манесенькі геть, не в очках, не без очків. Ну, я знаю, що баба в нас 80 років, то як я стану собі глаз той, то й вона приходила, глаз собі ставляла сину, син її вже дав машиною і їдь, їдь, смотри, дурачок. Можеш собі їхати, я не спішу. А ну нафіг, лучше помало. Недаром кажуть, ти що їдеш? Я, мама, не спішу. Куда мне спешить? Сни ніколи до обіду не розказують, да після обіду. Чого свята мене так спитала, то я не знаю. Я знаю, що доля вмерла на День Побєди, ну це 9 мая. Сашка 19-15, а Мирончик 95-го. Ти так обмер, що той п'ятий, що Сашка вважає. А він говорив, казав, о, дурочка, я тебе заберу. Ти мене так тричовуєш, ти мене так, Люба казала, каже, так, Оля прощався з моїм хатою, каже.
дуже страшне. Стояв. А як я казав, Саша, тільки ставай, значить. Я і Марія подзвонила, щоб ти пішов. Шпиль. Ну, видиш, ми вже доїжджаємо. Шпиль. Вже до ринку, видиш. Ну. Тільки тут треба акуратно. А що це за мішки лишать? З піском. З піском, щоб... Так. Ні. З піском, мама. Так, хай виїжджає, тому що я їду по правилу. Ну, то що? Таблетки, ти думаю, голубенька така гарна, та й що я зроблю. Я така, ну ти даєш. Ну, що сюди до машини стоїть? Отак. Вот это поликмахер. Сейчас все найдем. Написано. Сейчас мы найдем. Сейчас. Закроем машину. Я тебя отстегну. Тоже надо отстегнуться, правда? Смотри. Давайте я расстегну. Вот так. Сейчас машину загрузим и пойдем. А мне на что косынка? Так тебе для чего-то косынка? Сейчас подожди, я спешу. За цю ручку. Я тебе открою. Я тебе открою. Сейчас я сумку возьму. Так, все, уже приехали. Тут две. Одна там, другая через там. И плач. Сейчас посмотрим, что у нас там открыто. Понятно? Пока сходил в магазин, маму уже записал на пол первого. Еще осталось полчаса, потому что все по записи не выходит. Мама там в машине сидит, потому что начал моросить. Дождик маленький. Мама спряталась в машину. Не хочет краситься. Сейчас скажу, чтобы ее покрасили. Уперлась и краситься не хочет, и все. Кто мне говорит, видит, на улице дожди льют, для чего мне краситься. Вот смешная. Все, она там спит в машине. Вот сказать, какой я мама, я хотела. Живу, живу. По телефону разговаривает. Давай по телефону. Разговаривать. О, уже скупились. То, что Светланка заказывала, то уже все взяли. Мясо набрали. Вот так. Сколько там времени осталось? Что ты там? 12:08. Ну и все, осталось полчаса, она говорила, на пол первого. Ну. Да двери приоткрой, я тебе окно открыл. Что ты купил? Я закрыла голову. Да хлеба, что Светлана говорила. И до церкви там взял, она же хочет в церковь пойти, потом в субботу сходим. Бутылку вина взял, булочки, хлеба. Сейчас чуть-чуть еще там понабирал. А? Вина домашнего. Да для чего домашнего, я где себе бутылки купил. Магазинного. А тут несут и морку, и все. А тут есть, тут и морку. Бурятевна. Тут же я кроликам покупал корм, вот здесь. Ага. Не знаю, что куточка с дядьку выносил, картошку. Будешь в машине сидеть, я еще тут по магазинам похожу. Хочешь со мной идти? Что-то я не хочу. Будешь сидеть? Да я хочу. Ну а сейчас я иду посмотрю, что иди, там дивись. Подстригаются или не у нее. Иди, дивись. Иди, заходи. Я подожду. Это лис. Старый. Ну, долгую визиточку возьмите, если что, звонить.
и четко на время будете приезжать. Вот, на столе зубенькая. Хорошо, спасибо. Позвонили, записали. Да, и все. Времени подъехали, и все. Хорошо, спасибо. Ну, мы уже с мамой вдвоем обстриглись. Я постригся, и мама, а ну покажися, какая ты красивая. Ну, ты сама выбрала. Постриглася, то не тут гарно постригли, не ну, так, як і там. Осталось тільки покрасити все. Ну то ж ти тут покраска, Боже, то так довго. За краску заплати, за це все. Ну та що вже зробили? По-моєму, є вдома. Вже нічого не знаю. Та куплю, чи ти переживаєш? Я не дуже не знаю. Помню, то сейчас развернемся. Потихоньку и доедем с тобой до Имовой. Так, мама? Ну. Не хочу в город, да? Ну куда я в город? А ты сказал, что... Не, не поеду я в город. В город не поеду, мама. Вот там такая дорога плохая, что я не знаю. Не-не, в гору не поеду. Дорога плохая, лучше себе по малому поедем. Ты смотри, какая дорога. Что я буду я машину кажу, бить? Я ей кажу, маску надевать, а не надо. У меня тут маска есть. Ну там можно ехать той стороной, но я не хочу ехать, потому что там тоже такие ямы. Помалу с тобой. Вот. Ну, доедем там, там дорога хорошая, это и все. Видишь, какая тут дорога плохая. Да тут чуть-чуть, а там... Ну, нам главное выехать там. Потихоньку тогда едем. Тут и собаки, смотри, какие ямы. Да, видишь, смотри, какая яма. Ну, видишь, какие ямы. Рыба, рыба, тут все продают. Тут все продают, мама. Что хочешь, обо деньги имела. Ну. Сейчас нету проблем. Приватбанк. Что на маленький? Я вижу, мама, что нету никого, а лучше, как то говорится, увидеть. Я хорошо увидел. Ну, на второй передаче ты едем потихоньку с поворота и все. Раз у вікна хорошо, раз закрила. Да. Надо было закрывать. Шинка, что за шинка? Заходит. Колбасу продают. Кабачок. Да. Шинка нарез. Ну, тут что-то аварийное, непонятное. Аварийку включил. Mm-hmm.
краще. Пішов поспать уже. Вот асфальт. По асфальту хай. По дошке. То есть с тобой сейчас потихоньку, то домой доедем. Не жарко, мам, тебе? Тут не жарко. Нет. Что ты, мама, хрестишься? На церковь. Церковь там дальше есть. Там все маленькое. Да. Есть маленькое. Церковь маленькая есть. Горил? Кто? Наверное, огачку корову. Ну, конечно, на поле там пасет, наверное, корову. Ты что ж не загорел? Конечно. Загорел ты уже, что? Гарно, вот тут дорога гарна. Ну, то сделали же дорогу, ты же видишь, что на Игре не сделали хорошую дорогу. Дорогу хорошую сделали. Сегодня базаря немає, чи б'є? Не-не, суббота-воскресенье только базар. Суббота-воскресенье, мама. Суббота-воскресенье. Вот и поехали. И помалу едем. Кто пахкает? Открывай ворота. Подожди, надо позвонить до Светланы. Ну, собак вроде нет. Даже не знаю, чьи собаки дома. Собаки-то тут, дядько, есть. А он вроде выглядывает. Значит, позвонить до Светланы. На вот, видишь, бегает. Ты говоришь. А тоже там дядька тоже